Действительно, мы вот обживаемся на этой территории, и многие гости приходят впервые, и нам тоже здесь еще пока нужно соображать, где и что вовремя делать, но тем не менее, немножко позже, но искренне обещаю, что мы придем к тому моменту, что будем начинать ровно в 19:00 по средам и в 17:00 по воскресеньям, так что обращайте внимание, пожалуйста, и не опаздывайте, но тем не менее мы начали. И у нас идет трансляция на bartstv.com, в группу «Клуб Музыкальная среда» ВКонтакте, bartstv также в Фейсбуке и, конечно же, на канале bartstv в Ютубе. Вот, чтобы вы не забывали обратить внимание, у нас появился задник, и тут нарисованы наши прям-сайты. Их можно сфотографировать на память, вместо, чтобы не переписывать. Это очень удобно. Делайте фотографию задника сцены и все, знаете, где нас искать. Потому что на сайте мы среды, соответственно, можно найти ссылочку и контакт. Ну, для тех, кто не знает, я очень люблю заполнять перерывы и паузы, пока у нас проходят гости и рассаживаются, но нет, все равно начинаем и продолжаем. Итак, наш вечер сегодня. На самом деле, официально всегда как раз и было открытие сезона, потому что клуб «Музыкальная среда» проводит свои вечера уже 18 лет с октября по май. То есть мы никогда не делали концерты в сентябре, а именно с октября по май. Но сегодня это не просто как бы октябрьская встреча, традиционная в последнюю среду месяца, но сегодня еще и день рождения. Мы стали большими, нам стало исполниться 18 лет, вот буквально послезавтра на самом деле. Да. И я приглашаю на сцену руководителя клуба «Музыкальная среда» Вадима Елисеева. Потому как я с «Музыкальной средой» ровно половину этого времени, вот ровно 9 лет, а он, понятно, с самого рождения. Так что вот такая вот смешная арифметика. И он уже к нам идет, и сейчас что-нибудь хорошее скажет и даже споет. Давайте встречать. Добрый вечер, друзья. Ветровку. Да. Да, я как раз хочу сказать, что мы все здесь за безопасное пение, поэтому у каждого артиста должна быть вот такая индивидуальная штучка, которую можно брать из коробочки, надевать на микрофон, а по окончании своего выступления не забывать ее снимать и класть вот туда в пустую коробочку. Для того, чтобы у нас ничего лишнего через микрофон не передавалось. Ну, насчет, да, кроме звука там ничего не должно передаваться, на самом деле. Насчет того, что я с рождения в музыкальной среде, это, конечно, сильно сказано, с рождения музыкальной среды, скажем. Это все сказано ровно для того, чтобы было что исправить. Да. Ошибки бывают намеренные, чтобы было о чем поговорить. Да, это как у филателистов, марочка с загнутым уголочком. Ну что ж, друзья, поздравляю всех с нашим юбилеем. Пока еще не юбилеем, да, с днем рождения. Совершеннолетием. Да, совершеннолетием, теперь да, все можно. Теперь все можно, да. У нас все можно именно с 18 лет, но нам и до сих пор все было можно, как-то мы справлялись. Но теперь это, по крайней мере, уже официально. Сейчас я спою две песенки, и первая из них написала Надежда Сосновская. Она называется «Грустный ангел». Хотя ангел грустный, но песня на самом деле позитивная, так что не пугайтесь. Грустный ангел мой, сегодня не плачь. В кабачке штучусь повыше земли, в неизменное меню неудач, по большой цене удачу внесли, и хозяин кабачка старый плут, свет не
гасит в кабачке до зари. Пусть за это с нас дороже возьмут эти свечи, а стоят не горят. Слава Богу, нынче я ленинка, кредиторы не стоят за спиной. Палачи мои по горло дела, им уже не до меня, ангел мой. Всю ты жизнь я у тебя под крылом, и пока меня надежда хранит, одни с тобой за этим столом. Слава Богу, на земле не одни. Спасибо. Ну и вторая песня. Как же на концерте авторской песни без Булата Шаловича? Песня Коли Джардова. Случаем я хочу всех пригласить посмотреть интернет-трансляцию моего выступления, которое будет 3 ноября в 11 часов утра. Это будет благотворительный концерт для домов-интернатов по всей России в рамках проекта «Онлайн для всех». Значит, 3 ноября в 11 часов утра. Спасибо. Еще раз с праздником. Из традиционной трансляции, конечно, наши все места. Какие вы знаете, клуб «Музыкальная среда» и на всех площадках «Барс ТВ».
Для нас выступал Вадим Елисеев. Мы провожаем его аплодисментами. И приглашаем на сцену Сергея Острика и Наталью Коренину. Сейчас каждый день все меняется. Вот сейчас только что пришла нехорошая новость, что 30 октября концерт Марии Геннадьевны Деминых отменили по автографу. Если кто-то собирался в субботу, уже, к сожалению, нет. А на сцене у нас Наталья Коренина и Сергей Острик. Мы очень любим клуб «Музыкальная среда». Мне 18 лет, ну лет 10 уже очень любим. И почему любим? Потому что это, наверное, единственный клуб, в котором можно делать все, что угодно. Можно приходить с новой песней, можно плохо ее даже исполнять. И всегда здесь тепло. Тебя поддержит, успокоит, и ни разу я не выходил отсюда с каким-то осадком или плохим настроением, всегда все комфортно. И здесь, ну, я могу сказать так, что работаю, не просто приходит, а работает очень очень приятные и конкретные люди, которые... Вот я теперь убедился, они приходят сюда за два, то есть за три часа до начала концерта, все готовят. И здесь на сцене, и там в зале. И, конечно, все эти 18 лет они вокруг себя собирают и друзей, и знакомых, и людей, которые, конечно, к ним тянутся. Это, наверное, самый комфортный, самый лучший клуб, хотя есть клубы, которые постарше. Да? Поэтому мы поздравляем всех, кто работает в клубе, кто просто приходит сюда отдыхать, и особенно тех, кто его любит. Thank you.
прозвучит песня «Платоническая баллада». Стихи Вадима Шефнера, музыка Эльмиры Галееви. Thank you.
звезды я повторяю имя, не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно с другими, не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно с другими. Сергей Острик. И Валерий Рокко, и даже Денис Тверитин. То есть мы с ним роели пустой заводчиком. Класс. Надо туда шнурочки подкинуть, микрофончик. Какие большие кусты, сколько всего там поместилось. Вот, какие большие кусты. Все правильно, все верно. Музыкальные кусты, это же чудесно. Итак, друзья, наш вечер продолжает Елена Костикова по той причине, что наш вечер не только музыкальный, но и поэтический. И мы все об этом, конечно же, помним и рады видеть и слышать выступления наших поэтов. Всем. Ой, я вся такая осенняя, никогда, наверное, не прекращу трястись, как осина на ветру. Так и буду дрожать, наверное, по жизни. Дождь все идет и никак не проходит. Ветрено, сыро, октябрь не сходит. Птицы собрались за летом в погоню. Это погода как раз по сезону. Листья опали и небо погасло. А осень сказала, все будет прекрасно. Дождик не вечен, когда-то прольется, тучи растопятся, выглянет солнце, взглядом его ласковым и лучистым мир зарится, умытый, лучистый. Незачем, значит, друзья, унывать. Просто попробуем, потанцуем. Полечку можно, бокстрот или вальс, ветер на трубах сыграет для вас. Что ж вы сидите? Давайте, смелее! Танцем веселым печали развеем, переступая легко через лужи, по площадям и по улицам кружим, рыжие кудри, шуршащие платья. Осень танцует на мокром асфальте. Конечно, а чё ж не танцевать-то, ведь день рождения. Праздник, праздник. А вот если бы я умела, я бы спела, наверное. Я начну так, потом видно будет. Осень вечереет, желтый лист кружится. Что-то мне сегодня дома не сидится. Бабочкой беспечной полечу на свет. Пусть среди сегодня 18 лет. 18 весен, 18 зим. Речкой льются песни, струна звенит. За куплетом новым слышится куплет. Раз в году бывает 18 лет. Это и любовь. Спешит сюда совершеннолетний, сдалому среда. Возраст искрометный вовсе не секрет. Муз среди сегодня 18 лет. Пусть легко поется, пусть летят года. Долго пусть сияет муз среды звезда. Ярче и светлее звезд на свете нет. В жизни раз бывает 18 лет. Ура! Браво, Леночка, спасибо. Вот и за смелость. Понимаете, что происходит в музыкальном свете? Ровно так и происходит. А вот что бы не спеть? А вот что бы и не спеть? Молодец и спела. Отлично. Спасибо. Если честно.
вас приглашаю на сцену вот уже официально Валерия Рохварга. И, я так понимаю, он сегодня выступает с Владимиром Медведевым. И они как бы выходят на сцену. О, отлично. Я просто отсюда очень неудобно, мне непонятно, там правда артисты видят, слышат, что им уже пора или нет. Ну, тебя-то отсюда слышно? Еще бы мы тебя не услышали. Понимаешь, меня там нет, я себя там не слышу. Ты всегда с нами, как минимум в наших сердцах. Сейчас мне прислали сейчас назад афишу. Совершенно поставили. Я не знал, кто вообще знаком с Орловским. Оказывается, Настя ее делала. Надо же, я думаю. Я 3 года шансовала на афишу. А я не знал. В общем, поэтому это всегда со мной. Утром он с именем этим ложится, он с именем этим встает. Так супруги не говори. Нет, я ложусь с ней. Я по имени. Тишину в воде.
пробежал торопливой рукой по верхушкам берез. И упали на улице первые ноты дождя. И вокруг фонарей заискрились букеты звезд. Тихим звоном откликнулись листья седых тополей, не напомнив мелодию давних восторженных лет. В пути дождя, в глубине полутемных аллей, легкой тени мелькнул мной забытый давно силуэт. От женского имени, Настя, специально для тебя. Thank you.
ванильном суфле, добавьте искристых весенних улыбок на лица прохожих, бредущих во мгле. А душных соседей возьму пару дюжин, детишек, песочницы трех и не двух, и кошку Маруську. Мы с ней очень дружим, и птичку на ветке пусть радует слух. Счет в банке, что в строчках время бесконечных, наличных кармашек, на милую чушь, конечно, зеленых. Хотя все не вечно, пожалуй, рублями я тоже хочу. Бриллиантов щепотку и платьица пышных, машину без ветка, веранда с окном, друзей за столом. Без улыбок фальшивых и с видом на море уютненький дом. И вечер с любимым вдвоем у камина, родное плечо, на котором свернусь калачиком теплым, и плетик на спину, и тихую песню про светлую грусть. Я вот что еще бы взяла в этот вечер. Нету сливок. Пора закрывать. Ай, тогда мне сухарик и кофе покрепче. И сладкий, конечно, зачем? Хочу вам сказать, что я готова сделать всем подарок в честь дня рождения клуба «Музыкальная среда». Да, подарок каждому, по той простой причине, что все дуэты будут петь по три песни, а не по две. Вот артисты уже смеются. И все сразу стали объединяться в дуэт. А трио? А вот секундочку, подождите, сольно выходишь, поешь две песни. Две, да, наоборот разъединяться. Да, а если объединяться, то дороже станет. Ну, в общем, вот. Не, соль, а бывает, один выходит сольно, потом дуэт, а потом так, потом вся. А, так, спокойно. Давайте мы это обсудим чуть позже в процессе концерта. Потому что тот, кто больше всех сейчас шумит, а именно Денис Тверицын, приглашается сейчас на сцену вместе с Ириной Юговой. Что характерно. Понимаете, какая штука. Вот он просил подарок, мне тут ручку протянул. Я говорю, три песни, пожалуйста. Видите, как все просто. По-моему, тут чудесно. А если квартир сколько? А кто будет петь? Вот так хочешь сказать, хорошо или плохо? Тут во втором отделении будет петь еще раз, да, если у нас еще больше не придет опоздавших. Пока я знаю только двоих, дальше пока не знаю. Ну вот, представляете, для артистов такие подарки вот существуют, точно. Ближе друг к другу. Вам надо попасть в квадрат маленький. Смотрите назад, пожалуйста, друзья. У нас новый зайчик. У нас прекрасный большой флаг. Он вырос, рос и за две недели вырос. И будьте добры, пожалуйста, чтобы на камере было видно, что вы здесь. Слушай. Тоже от души поздравляю музыкальную среду с совершеннолетием. Я помню, что когда я пришел в клуб, это был четвертый год, с четвертого на пятый, наверное, год. И уже были аксакалы клуба, такие как Макс, Эрик. Да, мы уже давно, это был четвертый год, то есть 12, нет, 17 лет назад.
Мы что сделали? Мы ездили в Сосновый Бор в воскресенье, поздравляли их, у них там тоже день рождения, юбилей был у председателя Сергея Грибкова, выступали. И, в принципе, мы хотим спеть, мы не стали ничего репетировать, споем то же самое. Так, ну и Денис, ну это же отработанный материал. Только потому что стыдно, поэтому я же сказал. Более того, мы, знаете, надеемся на вас, мы надеемся, что вы просто нам подпоете, поможете. Да, ну мы-то ладно, мы тогда будем не петь, а песня всем хорошо известна и про нас с вами, и про вот этот замечательный звук. Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так иду по дороге с телефоном волшебным в тележке своей. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Ля-ля-ля-ля-ля, вас не слышно. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь. Отвага и честь — это крысы и шпага, всем обладателям шпаг никогда их не съесть. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть. Их заставить нельзя, не сокрут крышку, под безделье и скуки балдеть. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-л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 я. Не секрет, что друзья не обожают. Еще раз. Не секрет, что друзья облака обожают уноситься на крыльях небес. Но бросаются к нам, если нас обижают, к нам бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание дождается на свет большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить. Ах, было б так, ах, было б так, ах, было б только с кем поговорить. Сегодня в кустах целый магазин музыкальных инструментов. А ты там ходили, посмотрите, что тут творится. Еще не раскрывай всех секретов. Как так тут быть? Ноты перелистывать не надо. Слышно или... Слышно. Хорошо. Не надо. Все прекрасно. Прекрасно, да? Да. Особенно ножа. Просто этот комик, он сделан из картона, и его надо немножко нагружать весом, чтобы он чуть-чуть гудел. Смотрите, как Юрий Купин, да? Он ставил, да? Юрий Купин.
Кубки не пользовался ремнями. Ну да, он просто не пользовался ремнями. И специально расстраивал, как сказал этот Рома Скрипач, который с ним играл, специально расстраивал толстую струну, чтобы соответствовать стилю. Денис, а на басу все струны толстые. А все, ну, можно все на струны расстроить. Нормально слышно, да? Мы, наверное, осмелимся спеть авторскую песню. Она называется, она может быть тоже немножко в тему, она называется «Падал первый снег». Мы не могли ее спеть. В ожидании прекрасного явления природы. Укрывая дворы и крыши, словно манна святого неба, растворяя в себе детали и короткий встречая век, опускаясь тихо, не слышно лишь собой, застилая небо и почти на лету летая, падал, падал первый снег. Он летел и кружился в пальце, ветра вновь поднимаясь выше. Разбегались люди от стужи, поэтажно в дома на ночлег. Извините, но не провозли, покрывая дворы и крыши, понимая, что не нужен пар, 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 первый снег. Душа надежды и внушая страх.
теперь поют только дети. Завтра ветер переменится. А что ж вы не дети, что ли? Завтра прошлому завет. Друзья, мы продолжаем аплодисментами Ирины Юковой и Дениса Ответина.